День защитника Украины и День украинского казачества. Единственный в стране Одесский казацкий театр «Характерников Атаман» Всеукраинского казацкого центра культуры и спорта при Южном оперативном казацком округе отметил благотворительной акцией. Праздничный спектакль для детей «Казацкая легенда» состоялся во Дворце культуры имени Леси Украинки. Идею спектакля «Казацкая легенда» можно выразить словами государственного гимна. И покажем, что мы братья казацкого роду. История Украины – это летопись казачества. Отметить национальный праздник казаки пригласили детей из одесских школ, лицеев и гимназий. Люди должны знать свою страну, свою родину, свою историю. Это все в рамках внеклассной работы патриотичного выхования. Спектакль о жизни, о мире, о любви, о не войне, о добре и о победе. Спектакль об Украине. «Казацкая легенда» – сценическое шоу, объединившее вокальные и хореографические номера, созданные на основе традиций, обрядов и боевого искусства казачества. Показанные на общем фоне исторических событий, они позволяют представить жизнь народа в постоянной борьбе за сохранение национального единства и создание независимого государства. Ведет нас вперед великая вера, если погибнуть за землю родную, не побоится тут каждый быть первым. Лютая, братья, будет битва, сложат былины мудрые деды, а коли останемся в поле навеки. Назвать спектакль обычным детским представлением никак нельзя. Постановка рассчитана на разные уровни восприятия, обладая равным по силе воздействием на детскую и взрослую аудиторию. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг».